Карим, во-первых, поздравляю с победой и с завоеванием долгожданного титула. Ну давай, какие эмоции после боя? Что можешь сказать сейчас, уже спустя там минут 10-15? Да, я очень счастлив, на самом деле, очень счастлив, но все пошло не по плану. Я думал, что я на голову выше в борьбе с моего соперника, но он почему-то был очень скользкий во время боя, и я из-под него вылезти не мог, хотя у меня навыков очень хватает. Я понимал, что надо делать, куда крутиться, чтобы не попасться. Вот. И он очень скользкий был, я из-под него тяжело было выбраться, но кое-как я дожил до крайних раундов и забрал бой. Я счастлив. Очень сильно устал, но мой соперник еще больше устал, вы сами это видели. Было ли ощущение, что в концовке он просто уже, почти у него не осталось сил уже? Я понимал, что в концовке есть, я сейчас из себя все, что есть, у меня есть, я сейчас не выложу, то я надолго об этом пожалею. Поэтому все, что у меня есть, я просто выложился, и Всевышний мне дал победу. Я забрал этот бой. Ты сказал, что он скользкий был. Вот первые два раунда шли прям, ну, кажется, по твоему сценарию, да, прям вообще все было, да, прекрасно. И вдруг раз, третий, четвертый, там, объективно, он выиграл, наверное. Да, все по моему сценарию шло. А потом получилось так, что, я же говорю, он оказался сверху. Я вообще не боялся упасть и снизу работать. Я думал, что свободно оттуда уйду. А он скользкий, смотрю, я пытался как-то уйти оттуда. Он, не знаю, вот, мне кажется, что его чем-то намазали из-за этого. Хотя я не буду на него ничего не говорить. Все, я счастлив, все нормально. Спасибо огромное. По навыкам соперника, что можешь сказать? Силен он оказался? Он хорош. Я его, можно сказать, что я думал, я намного легче пройду его. Но что дальше для тебя? Дальше я хочу забрать пояс на 70 килограмм. У меня цели еще по медийно вырасти, с Артемом Тарасовым подраться. Он вроде не против, поэтому на конференции это обсудим. Возможно, мы еще сделаем бой с ним. Сейчас вот Набин Абиев дрался до тебя, и он сказал, что хочет подняться в 66 и это тоже хочет пойти за поясом. И он сказал, что его команда, вернее, сказала, что не повезет тому, кто сегодня победил в вашем бою. Набин Абиев молодец, я сегодня не ожидал, он на взвешивании чувствовал себя плохо, я не ожидал, что он сегодня выиграет, но я его поздравляю с этой победой. Хорошо, без проблем, если он претендент номер один, я не против с ним подраться, если он этого хочет, мы можем в дальнейшем сделать этот бой, без проблем. И последний вопрос насчет поддержки, сегодня была она феноменальной, просто насколько чувствовал это во время поединка? Тут весь ЦСКА, вы сами видели, весь ЦСКА пришел на меня посмотреть, а это все орали. Сейчас другие бойцы выходят, они так не орут, потому что все приехали меня поддержать. Там, кстати, огромное спасибо. Шафал, да, Чурчаев вышел и сказал то, что типа все 80% пришли посмотреть на него. Не обидно ли? Мне не обидно, потому что я по факту знаю, что это не так. Идите просто посмотреть на флаги и как орут люди. Они сейчас меня ждут, мне надо переодеться, пойти с ними пофоткаться.